Здравствуйте, меня зовут Андрей Стерляткин, я основатель кодографа и проекта 80 баллов. В этом видеокурсе я расскажу вам о том, как, на наш взгляд, следует готовить школьников к единому государственному экзамену, как вести себя в классе, как работать с аудиторией, как отвечать на вопросы и как спрашивать их. Если говорить о результатах, то мы на протяжении всего существования кодографа очень много работали над продуктом. Где-то мы делали ставку на личном составе, то есть каждого педагога знали очень хорошо, и это было в первые этапы становления кодографа, то есть мы полностью доверяли. Сейчас формировалось очень твердое и точное представление о том, как должны проходить очные занятия в мини-группах. У большей части, у 80% педагогов, это соблюдение стандартов и принципов кодографа, которые для меня и для других сотрудников кодографа являются ключевыми. Я хочу привести пример из статистики, которую мы собрали в прошлом году. Вначале ученики к нам приходили в сентябре с баллом 37,1. То есть это средний балл по всем предметам учеников центрального филиала, ЕГЭ, естественно. Вот. На выходе на ЕГЭ, уже непосредственно, не на нашем последнем тестировании, а на ЕГЭ, средний результат этих же учеников был 77,6. То есть разница за курс обучения получилась плюс 40,5 баллов. Сравню результаты с Россией всей. То есть если у нас получился средний балл в кодографе 77,6, то средний балл ЕГЭ по России это 57,9. То есть в кодографе школьники получают на 19,7 баллов больше. С ОГЭ какая ситуация? Средний балл ОГЭ в начале обучения у нас 2,8 по пятибалльной шкале. Здесь мы пятибалльную шкалу используем. Средний балл ОГЭ в кодографе получился при сдаче это 4,4. То есть наши ученики получают, увеличивают свой результат на 1,6 баллов за курс ОГЭ. Мы работали с педагогами, мы внедряли методики, мы читали иностранную литературу, все это аккумулировали, все это доносили до педагогов, с ними проводили обучение. И в итоге собрали команду, которая смогла добиться таких потрясающих результатов. Я могу сказать, что наши методики и ценности, которые кодограф транслирует для своих преподавателей, они рабочие, они эффективные и они дают результаты. И я хочу этой информацией поделиться с вами для того, чтобы ваши занятия стали тоже классными, крутыми. Поэтому этот курс – это концентрат самых интересных идей, самого такого серьезного подхода и к преподаванию, и к объяснению материалов. Про это мы тоже поговорим. Как объяснять, как зажечь любовь к предмету ученика, как заставить работать учеников, которые не хотят делать ничего ни дома, ни в классе, как работать в группе, где есть и ученики, которые сдают на 0 баллов, и ученики, которые сейчас пишут на 50 баллов, как совместить занятия и выстроить урок, как добиться выполнения домашнего задания. Обо всем об этом мы расскажем в нашем курсе педагогическом, который находится в бесплатном доступе. Поэтому заварите себе вкусный чаек или кофеек и приятного просмотра!